Я расскажу вам, ребята, что такое откат. Это источник жизни всех нормальных ребят. Допустим, я мэр Мухосранска, и я имею подряд на строительство новой трассы Мухосранск-Жапоград. И у меня есть племянник, так-то он идиот, но для этой конкретной цели отлично он подойдет. Итак, из Кремля поступило в наш мухосранский бюджет 5 миллионов баксов на этот важнейший проект. Перевожу эти деньги племяннику я на счет и просто сижу и жду, когда он их мне домой привезет. Привезет, привезет. Если хочешь ты гулять в Монте-Карло, а не в офисе сидеть, как папа Карло, на Лазурном берегу встречать закат, ты послушай эту песню про откат. Если хочешь ты гулять в Монте-Карло, а не в офисе сидеть, как папа Карло, на Лазурном берегу встречать закат, ты послушай эту песню про откат. И вот обнулился снова наш мухосранский бюджет, а у меня под кроватью денег огромный пакет. Вы спросите, ребятишки, а как же построить хайвей? На те, что остались, на те, что остались. 14 тысяч рублей. На те, что остались, ребята, 14 тысяч рублей. Племянник найдет на вокзале 14 крепких бомжей. Они принесут из леса глину, какашки и мох. Из них состоит половина наших российских дорог. Ну вот и построена трасса Мухосранск-Жапоград, а я лечу в Монте-Карло. Вот что такое откат, откат, откат. Если хочешь ты гулять в Монте-Карло, а не в офисе сидеть, как